Лучшие из лучших получили награды из рук Акимагорода Марата Жундубаева. Подведены итоги выступления сборной команды Кустанайской области по дзюдо на республиканских и международных соревнованиях. Получили денежные сертификаты и благодарственные письма 13 спортсменов, 11 тренеров, а также 2 ветерана спорта. Торжественное вручение прошло в рамках открытия чемпионата Костанайской области по дзюдо среди юношей и девушек младшего возраста. Всего в соревнованиях принимает участие около 230 спортсменов из городов и районов Костанайской области. Победители получат возможность представлять регион на республиканском первенстве в городе Кызылорда. Как отметил Марат Жундубаев, в Костанайской области дзюдо стремительно развивается. Наши соотечественники несут голубое знамя и поднимают статус нашей страны, побеждая на международных первенствах. Сегодня есть прекрасные результаты, и хотелось бы сказать, что дзюдо, конечно, это один из красивых видов спорта. Во всем мире занимается более 28 миллионов человек. Если говорить про Костанайскую область, то в Костанайской области порядка 3000, половина, 1500 занимается сельской местностью. 206 секций у нас есть, 105 из них в сельской местности. Есть у нас 85 тренеров, которые на постоянной основе занимаются. То есть весь потенциал у нас есть, тренерский, юношеский. Сегодня тоже чемпионат проходит, будет отбор проходить. В Кызылорде среди юношей чемпионат Казахстана пройдет. И победители этого турнира поедут защищать честь Кустанайской области в стране в целом. И я думаю, это будет тоже хороший такой шаг и хорошая возможность войти в сборную страны Казахстана и защищать уже под флагом Казахстана нашу страну. Поэтому сегодня знаменательный для нас день, и хорошо, что совпало так, что наш чемпионат проходит в дни, сегодня день города Кустанай начинается празднование. Я всех вас поздравляю, хотел бы еще раз всем пожелать здоровья, успехов нашему спортсмену, самое главное, честных побед, чтобы победили сильнейшие, достойные. Всем здесь присутствующим тоже желаю здоровья, чтобы было только под нами мирное небо. Наша федерация развивалась, в целом спорт развивался.